детского садика. Последнее приготовление. Как всегда. Смотри. Смотри, вам нравится. На фотоаппарат. Алёша, немножко цветы опустим. Ага. Два Алёши. Так, стойте, стойте, не уходите. Все. Не уходите. Стойте, стойте, не уходите. Юрий Анатольевич, вы в кадре. Наш первоклассник. Пленку, на видеопленку. Потом вы себя посмотрите, как вы смотритесь, как вы работали, как вы отвечали, как вы сидели красиво. Так, и будем активно работать. Вот оно, одно слово. На схеме сказали? Слово, правильно, вы сказали слово. Послушайте, а какое задание? Так, сорока пойду, гусеничку. Хорошо. Следующее. Кто изображен на пальчиках? Покажи на пальчиках. Сколько зовут? На пальчиках. Рабочий. На пальчиках. А кто же здесь? Ай-яй-яй. Слово бегает. Из двух слов у тебя получилось, да? Из двух слов. Хорошо. Алина? Руками. Так, я называю, пожалуйста, большие, средние и маленькие. Руками работать. Голуби летают. Голуби летают, Алёша, голуби летают. Синички летают. Соловьи летают, сейчас мы сказали. Да, и сильно, сильно, чтобы отдохнуть. Пол, потолок. Сейчас я вас буду путать. А вы будете думать. Пол. Потолок? Опустили. Так, и следующее упражнение. Так, для всего тела упражнение сделаем. Наклоны. Глаз вправо. Два назад. Три. Четыре. Влево. Раз. Два. Так, три. Четыре. Вот сейчас хорошо отдохнули. Хорошо будем работать. Так. Ну, а сейчас, ребята, вот эти слова на доске мы с вами будем вести на слов. Вот дядя. Так, давай, Сашка, я сейчас уверю. Одна, две, три, а слева одна. Поспать карандашом точечку. Я большую стала, а ну маленькую. Я стала большую, чтобы там было видно. Вы маленькую, сколько вам было видно? Так, сверху. Сверху три. Ребята, у кого полклеток, это у нас слово какое будет? Олень. Такое слово быстро. Мы слово быстро изобразим на схеме. Смотрим дальше на доску. Олень бегает, да? И двух слов. Как это предложение ставится? Поставили точки. Сейчас я быстренько пробегусь. Оставляйте только пенал. А вот этот листок, ребята, вложите в азбуку. Вы его не потеряете. Мы завтра опять там будем работать. В азбуку вложите, чтобы не потерять. Так, положите сюда. А когда ты родился? Это не ваша. Ой, это он как раз полный ставил. И на срезном расстояли стыли ставил. Залетел на крыльцо, на лотое пыли, что я сижу читаю. Потом пил пошла. Я могу тебе закрою, как я говорю.
куда ж мама-то делась?